Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова и о мерах столичной поддержки участников СВО и членов их семей. У нас в студии контрактник Михаил и народный артист России Валерий Баринов. Михаил Владимирович, Валерий Александрович, приветствую вас. Ну, во-первых, я хочу начать со слов благодарности вам за вашу службу, за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Насколько я понимаю, в 2023 году вы были одним из первых, кто пришел заключать контракт и отправиться защищать Родину. У меня контракт я заключил 20 апреля. 23-го года, совершенно верно. Я сын офицера. Я всю жизнь мечтал быть офицером. Ну, в силу обстоятельств, так как в 89-м заканчиваю школу, все вот это... Перестройка. Поступил с друзьями вместе в гражданский институт, закончил его в 94-м. В 94-м я все равно пошел в армию. Служил я в разведроте, а в 11-м году мы собрались, плюс-минус такие же вот ребята, которые спецподразделения, службы, те, кто прошли Чечню. И мы... Был создан первый военно-патриотический клуб. Одновременно я в казачью сотню вступил. Что такое казак? Это обыкновенный, в принципе, рабочий человек, который в любой момент готов взять в руки оружие. Ну, для вас ведь набат прозвучал год назад, когда вы пришли в единый пункт отбора на военную службу по контракту. Потому что по мобилизации были призваны мои первые ученики. Вот почему. То есть это был мотив. Это был уже, наверное, последний толчок. Потому что, ну, я занимался с ними. Я их многим вещам обучал. Часть моих учеников, те, кто были в первых добровольческих отрядах уже в Донецке, были в моем отделении. Вот. И получается, что как бы вроде бы я и здесь, а на самом деле не так. И вот эту я уже просто в глаза им смотреть не смогу. Угу. Понимал, что мне я больше 50 лет, поэтому я никак уже не попадаю по мобилизации. Хотя, в принципе, по своей военно-учетной специальности один из первых, кого должны были дергать. Ну, меня не дергали, не дергали. А вы ждали? Ну, ждал, конечно. Все равно ждал. А потом такой, тебе же 51 уже, что ты ждешь-то? Ну, и вот когда мне сказали, что единый пункт отбора на контрактную службу открывается, и что на возраст могут и не смотреть, и я пришел. Первый день я прошел анкетирование. Ну, то есть вот полный отбор. Причем там еще так интересно получилось, что первый этаж ты проходишь медкомиссию, дальше уже заполняешь эту анкету. Причем она разбита на две части. Одну ты самостоятельно заполняешь, а вторую тебе уже задают вопрос непосредственно психолог. Психолога там сразу оценили все. Там большинство парней, там девушка такая... А она, потом уже нам сказали, что она тоже, она там была. Она в корсете была, то есть у нее с позвоночником какая-то беда была, но тем не менее. И там прям вот, когда шли, некоторые столы сбивали на нее, вот так вот оглядывались. Заполняешь эту часть, и потом уже подходишь, и она, часть вопросов она задает непосредственно, ну, видимо, оценивая уже непосредственно. Очень много вопросов было направлено вот в самой этой анкете на, ну, усы-то седые, поэтому, когда начинаешь такие анкеты, уже начинаешь анализировать, на что направлено, на что не направлено. А, то есть это вообще в один день? Да, весь отбор за один день. Они так и сделали, то есть там и поток устроен, почему там комната отдыха, потому что, когда тестирование пишут, ну, там столько народу, что все даже за столы не помещались, поэтому мы писали. Сядем, закончил писать, и следующий заходит, пишет нескончаемым потоком, там прямо так. Первый день так, в этом плане, так он вообще, он так потихоньку-потихоньку разгонялся, и потом уже было там столько народу. А документы какие? Нужен паспорт и военный билет? Или что-то еще? Какие-то паспорт, справки? Паспорт, военный билет. Если ты уже прошел где-то медкомиссию, то с ней можешь прийти. А так медкомиссия там прямо на месте была. Ну, естественно, желательно, насколько я понимаю... Чтобы у тебя, по крайней мере, это твоя вот эта вот карточка. Ну, сейчас это уже в электронном виде, это проще, да? А вообще, это карточка, которая о твоем здоровье сообщает все. Лучше ее с собой иметь. Потому как небольшая недооценка самого себя может привести, ну,
Потому что ты даже на полигоне уже у тебя там, оп, суставчик пошел не так. Ну, потому что на себе ты несешь броник, разгрузка, в нем БК, шлем. А если ты еще птурщик до кучи, то ты тащишь еще установку. А твой второй номер еще тащит на себе две ракеты. А это худо-бедно, это 22 килограмма. Еще и воронки, еще нужно следить туда, туда, везде следить. Это нагрузка такая, которую не особо и готов там каждый, кто приходит. Речь мы идем здесь только о физической нагрузке, а не о психологической. Психологическая нагрузка, она возникает, наверное, в первый бой. Сколько времени прошло после визита в пункт и того момента, когда вы узнали, что вас берут? Через 4 дня уже. Расскажите, что это? Ну, то, что меня отчасти спасло, то, что результаты попаданий, это когда мы высадились по указанию командира роты, заняли то домик, который нужно было. И вот мы зашли, буквально 5 минут прошло, по нам начали работать. Сначала был прилет, часть дома, и потом следом прилетает во двор. Это вот то, что я из рюкзака потом достал. Наушники были у меня на шлеме. И парни такие: «Миш, смотри, у тебя наушники». Я сначала не придал значения, думаю, да ладно, фигня, он у меня там и так мог задеть, сломаться. А уже потом, когда мы сели, разобрали, это вот то, что было на ухе, вот он влетел сюда, и вот тут он остался. Ну, то, что вот не долетело до моей головы, это благодаря наушнику. Валерий Александрович, вы ведь тоже были вскоре после открытия единого пункта. Ну, в общем, да, нет, но уже прошло какое-то время. Я много работал в театре армии, поэтому я очень много встречался с военными. Я и сам служил. Срочную? Срочную, приличную службу, далеко, в пустыне Гоби. ЗБВО, забудь вернуться обратно, Забайкальский военный округ. Это, в общем. Так что все это знаю. И поэтому, когда мне каждый раз говорят, что вот встретиться с солдатом, я... Ну, как бы вам сказать, как назвать это, с особым энтузиазмом, может быть. Я всегда еду туда. Причем понимаю, что встречи будут не просто так. Я вспомнил свой призыв, вспомнил, как я в военкомате, потом на сборный пункт нас собрали, где ты сидишь, ждешь, когда тебя заберут, какую-то часть, кому ты там нужен. Поскольку я уже был актером, я уже, мало того, я уже отработал в театре в Александринке год и уже в кино успел сняться. Я был в карантине, как курс молодого бойца. А по телевизору показывали мое кино. У меня жизнь сразу поменялась, так сказать, в армии. Поэтому для меня это... Но я вспомнил свой сборный пункт, где мы там лежали на каких-то там вертолетах, то, что называется. Если кто сидел на губе, то знает, что это такое. Ждали, когда тебя вызовут. И когда я приехал сюда, я был поражен, честно говоря, вот, не то, что поражен, но просто был удивлен, приятно. Какой там порядок, какая там чистота, как все организовано, как сидят эти женщины, подходят люди, которые записываются. У всех довольно такие серьезные лица. Я не ожидал, что вокруг меня сразу соберется столько народу, что какие-то вопросы. Причем уже были люди, которые по второму разу приходили, как бы это сказать. У них один контракт кончился, они возвращались. Были там, были. И потом молодой человек, который меня водил, я говорю: а смотрю, народу достаточно много. И это те люди, которые идут, вот как Михаил идет, по контракту, понимаете. Получается, что подают документы, я не знаю, как у Миши было, подают документы, потом отпускают и говорят: ждите вызова. Именно да. Так. Да. Причем нет никакой суеты, нет ни бравады. Я помню, поскольку я сам человек деревенский, я помню, что такое проводы в армию, в деревне. Это гармошки порванные, это, в общем, слезы, крики. Ну, у меня детство послевоенное, поэтому в армию уходили тогда на 3 года. И, в общем, это был такой надрыв. А меня поразило здесь... Ну, не суетность этих людей. Понимание, куда они идут. Родину защищать, да. Потому что пришло сознание, что если не мы, то нас не будет. И действительно хотят, чтобы нас они, не так было. Так они и говорят, да. Что они хотят, да. Нас всех уничтожить. Вы знаете, открыто. Еще расскажу эпизод такой в госпитале. Концерт внизу, достаточно много народу, все это такое. Подходит человек с палочкой, тоже так, за 50. И говорит: Валерий Александрович, можете подняться к нам в травматологию? Я говорю: ребята, я могу.
Я видел, я в Афганистане бывал, я видел, раз в госпиталях выступал, все видел. Я говорю, им-то это нужно. Говорит, а сказали, приведите к нам Жукова. Я Жукова играл в Фурцевой, в сериале Фурцев. Сказали, говорит, ребята, приведи нам Жукова. И я пришел. Вы знаете, может быть, за многие годы первый раз я был благодарен судьбе, что я узнаваем, что меня знают. Потому что вдруг ребята эти стали говорить, можно сфотографироваться. Можно маме пошлем, чтобы знали, кто к нам приезжает, кто у нас бывает. И стали все фотографироваться. Для меня эти вообще фотографии тоже очень дороги. Это был момент, ну, как бы это сказать, вот такой, конечно, но момент понимания, что ты нужен. Поэтому, когда туда приезжаешь, это особое совершенно, особое ощущение, особые встречи. И потом я ездил на открытие Саур-могилы, тоже любопытно. За месяц, 18 августа, до открытия могилы мы проезжали, а там еще стройка, все это такое. В общем, я попросил, говорю, остановитесь. И пошел туда строители, ребята узнали. Говорят, хотите пройти? Я говорю, ну а что? Они говорят, ну там, смотрите, там леса, там еще ничего нет, там вот все. Вот. Я говорю, не успеете до 18 сентября. И вот это их, как говорят, а вы приезжайте, сказал мне один такой молодой человек. Посмотрите, успеем или нет. И когда мне предложили поехать на открытие, я сказал, то есть обязательно, я обещал. И я приехал, это действительно грандиозная работа была проделана. Это вот когда говорят, вот, когда вспоминают отечественную войну, и говорят, что тыл и фронт, это было едино. Вот эти ребята восстанавливали памятник. Причем положение на фронте это было не самое лучшее у нас. Но они сделали все, чтобы памятник был открыт именно 18 сентября, годовщине освобождения Донбасса. То есть есть понимание того, что... Вы понимаете, ведь все знают, некоторые думают, все знают, что победить нас нельзя. Но не знают почему. А вот потому что человек сказал, говорит, как, мои пацаны пошли? А я их этому учил. И пошел. Вот пока в нас это живет, мы едины и непобедимы. Да, абсолютно. Абсолютно. Так оно и есть. А через несколько минут мы продолжим наш разговор.